Плетеную мебель из искусственного ротанга производят на краснодарской фабрике из отечественного материала. Она экологически безопасна, легкая и очень удобная в использовании, независимо от капризов погоды. Она может использоваться совершенно в разных погодных условиях. Она не боится ни дождя, ни солнца, ни жаркой погоды, ни зимы. То есть можно ее оставить у себя в саду на всю зиму, по весне опять помыть ее там из шланга водичкой и использовать дальше. Мебель делают в соответствии с современными тенденциями моды. Интересные дизайнерские решения и яркий стиль. И это не только столы, кресла, кашпо для цветов. Это еще и необычные беседки, диваны, кресла и шезлонги. Вот это кресло сделано из техноротанга, то есть используется вторичное сырье пластика. Оно прочное, не растягивается, не боится любых погодных условий. Дальше про подушки. Подушки у нас из ткани, которая не боится воды, то есть она водостойкая. Набиты подушки тоже материалом, который не аллергичен для людей. Такая плетеная мебель станет украшением гостиниц, ресторанов, баров, фитнес-клубов. Ее приобретают и в частные дома, располагают на балконах и террасах. Можно не только купить плетеную мебель на выставке «Мебельный вернисаж», который сегодня открылась в выставочном центре Умурпорта, но и заказать нужное количество под определенный размер. Руководство фабрики также заинтересовано найти в Сочи партнеров по бизнесу. К сотрудничеству приглашаются специалисты торговли мебельной отрасли. Найти экспозицию «Эковеранда» несложно. Она находится перед входом в выставочный зал. Елена Овсецна, Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ».